Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за Карфаген в Sid Meier's Civilization 5. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать смотреть с самого начала, а не с середины. Также напоминаю, что спонсоры канала видят все серии сразу, а для подписчиков они выходят раз в сутки. Ну и параллельно я выкладываю FFA сериал в шестой циве за Финикию, то есть это одни и те же цивилизации, в принципе. В пятой Карфаген, в шестой Финикия, и интересно сравнить, как меняется игровой стиль и как меняются способности цивилизации от серии к серии. Так что посмотрите и его. Так что приятного продолжения просмотра. Так, вышли в Средневековье, берем Exploration. В Карфагене достраиваем храм. Что нам еще здесь в Карфагене? Маяк. Кстати, великий маяк можно в другом городе. Вот Барабудур можно построить. Гильдию писателей не хочу пока. А, я могу устроить здесь сады. Он на озере тоже работает. Что, только что ты будешь? Да, нет. Тогда это можно и гильдию... Ну, вообще, точно, сначала бы Барабудур. Потому что это производство. Пропускайте. Да. Нет, не буду. Потом хорошо. Гильдию писателей. А, ну тут маяк уже построился. Да? Да. Ладно, вали нахер, чтобы я тебя не видел. Еще религия основана. А где мой этот, блин, где мой укрепляющий пророк? Что за фигня? Вот и пророк. Так, укрепляем религию. Чё берем? Защитник веры. Я бы защитник веры взял, да. Ой. И мечети, я так понимаю, уже взял. Нет, мечети есть. Может, мечети взять? Хоральная музыка, каждое чудо природы две... Ну, нет, давайте мечети. Мне мечети больше нравится. Так, Гиппорегиус растет. Блин, у меня... Торговля с кем-то прекратилась. Так, все строится, обрабатывается. Тут возвращение блудной квадриремы. Так, может, в Гиппорегиус тогда. А сколько строится этот маяк? 14 ходов тут будет строиться. Ну, я бы все-таки построил, он мне нужен. Тогда давайте без библиотеки пока. Ну, то есть, чтобы город вырос побольше, чтобы больше производства было. Мы тут пообрабатываем все. Ты убьешь его?
Так, бегал в Карфаген, но я отправлю в Гадес сейчас. Так, Карфаген у нас все равно растет, так? Гиппорегиус растет. Гадес очень медленно растет. Но я в Гадес отправил караван, и это начнется веселее. Так, железо у меня на фрегаты дофига, поэтому мы сейчас будем фигачить галеасы. Да и денег у меня дофига. Что по демографии? Еще и сам последний по науке при этом. То есть он явно не выйдет в скором времени во фрегаты. Так, ну мне надо счастье. Поэтому давайте, видимо, цирки. Ну, кстати говоря, не работает мрамор на чудеса средневековья, то есть я прав был, потому что он на первые две эпохи. Да, 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 на какие-то, говорит, пару. Да, я говорю, он аналогично с пантеоном работает, судя по всему. Полечимся. Тут купим клетку. Разнесем религию барабудурчиком по своим городам. Ну и тут вот. Там каждый миссионер, по-моему, два. Да, два заряда. Швед, что ты мне всю декларацию дружбы так это? Что 10% за... появления великих людей. А-а-а. И тебе, я и... забыл, слушай, честно. Да, ладно. Я честно забыл просто. Я тут из другой цивы, где да я... женщина за Швецию, и там совершенно другие. Не, слушайте, я не хочу так тут сильно тратить деньги на покупки клеток. Все, закончили покупку клеток. Леша, а ты где утику спрятал? Там. Там, за горами, за лесами. Есть маленькая страна, да. Там... финикийцы с раскосыми глазами, и там всегда весна. Маленькая страна. Маленькая страна. Кто мне расскажет, кто покажет? Ты не слышал вес эту песню? 4-3. Собрал кучу рабочих у моих границ. 5-2, не, давайте 5-2, надо барабудур быстрее. Строй фермы. Хорошо, подождите, а если... Чё строит, подлец, и реку мою отравляет. Так. Да, ну 4-3, не. Вернем. Все строится. Мне еще, кстати, повезло вначале на большое количество рабочих. Я реально все клетки очень неплохо обрабатываю. Всегда тебе мерещится злой. Мачу-Пикчу. Вавилонец, хотя там вот в гильдии ну, это совсем не Вавилон. Ну, тут уже кореец пошел тоже в чудеса. Другой твой сосед. Как говорится, где гильдии, там и арбалеты могут быть. 12, 9, 7.
астрономию пошли. Как бы. Особо вариантов нету. Так, и мне нужен караванчик. Здесь давайте караванчик построим. Или может не здесь, мне в Карфаген же надо будет отправить его. По Флоренцию скоро прекратит бегать. Эти лучики. Пока у меня счастье есть. Карфаген достаточно просторно, он так сбоку грядой ГГшек отделен. Вот, а насчет Эфиопа вообще ничего не могу сказать. Сям, а где он относительно тебя? Слева? Слева, снизу. Две клетки проход через ГГшку. А, вот там тоже один отдыхает, да? Нет, он прям с кем-то гуляет. В проходе. Не, я к шведу могу сходить, но очень узко. Да, здесь прям очень. Поэтому как бы твои намеки на то, что я на него нападу, это... Как мне вот тут обработать клетки? Мне любопытно кажется. Потому что я... Все, кроме вот этого молодого. О, вот там Петроград недалеко от тебя. Нет, здесь просто сказать, по-моему... Это ожидаемо было. Единственный, кому меня легко забать, реально Вавилон. А кто Петру построил? Швед. Какой он молодец. Пора уже было, ко времени прошло. У тебя там ниже Годесса злодеи живут. Варварские. Я в курсе. Ну, если ты не видел, то к ним мне пройти как-то вообще неудобно. Вот. Я территорию за них не могу посмотреть. На тебя работаю. Так, ну этим обращу Флоренцию и Гиппорегиус. А религию кто-нибудь хочет мне принести? Я не хочу. Я тоже. Вот я бы иудаизм принял, конечно. Так, удалось, я религию хочу. Миссионера как раз. Может, ислам? Не, я иудаизм. Может, буддизм? Не, буддизм... Пробовал не очень. Да, не зашел. Ислам лучшая вера. У нас есть пророки, автоматы, все, что нужно. Леш, как ты смотришь на то, чтобы просветить мой вавилонский народ светом истинной веры? Ну, кого у нас иудаизм? Как истинный иудей, могу сказать, плоти. Не, мы можем что-нибудь обменяться с тобой в знак нашей дружбы. Нет, мы можем, ты мне заплатишь в знак нашей дружбы. Ну или, ну, или ты обойдешь как. Слушай, ты, по-моему, не истинный иудей. Вот я вот слышу в твоих речах, что ты не хочешь быть иудеем. Просто вот. Это иллюзия. Обменяемся в знак истинной дружбы. Какой обмен? Ты что? О чем речь? Это завуалированное название торгов. Так, что там по армии вообще? Слушайте, а там швед последний по армии, и никто не хочет на него напасть, там Петру забрать, вот это вот все. Не, мы друзья. Если так делать, то коллективно так. Здесь на меня нормально нападать только Вавилону. Мания преследования. У меня проход в две клетки через горы. В скобочках нормально нападает. Ну, дорога. Нет, тут горы так стоят. Если бы я был графогеном, я бы, конечно... Хотя... Ну, вот два города у Кореи нормально. Вот Джинджу, я, конечно, понимаю, что тут соль, но... В смысле, там... Ну, блин. Там соль. Убеждай нас, что нам это не выгодно. Деньги открыл. Я просто рассуждаю. Эфиопа через одну клетку ко мне переться через горы и море. Только Вавилон. С другой стороны, 7 ходов, не, нормально. Так, что демография говорит? В принципе, тут есть проход такой интересный еще. Блин, мне бы как-нибудь остальных найти, а то я знаю 3 из 5.
Это кто, Сиам говорит? Да. Сиам, да? Да, да, я вот плыву сейчас. При том, что... Один даже сам к тебе приплыл. А меня заперли тут, держатся. Говорят, не ходи. Сволочи. Так, ну надо мечети покупать. Это что, надо выставить на всякий случай дозор против корейца. Мало ли он решит напасть. Кореец, а ты не хочешь как-то этот лагерь побить? Вот там, который... Ну вот. Зон далеко на побережье. Как мне сюда вот сейчас пробраться скажу, бы? Вот это отправим уже в Карфаген. Так. Во все четыре города у меня бегает. Ну, сейчас этот отбегает во Флоренцию, тоже в Карфаген побежит, конечно же. Так, какие там задания у городов-государств? Эту мы хрен сделаем. Вот эту. Надо вообще сходить к этому лагерю, на самом деле. Антверпен Великий Маяк хочет. Писателя. Блин, я тут построил, по-моему, нет? Нет еще. Гильдию писателей не достроил. Так, что у меня с ресурсами? У меня ничего нету двойного, я так понимаю. Мне надо гильдии еще будет открыть когда-нибудь, но не сейчас. Так, что ж тогда тут обрабатывать в этом городе? Да ничего, в общем-то. Так, все, все свои обращены. В иудаизм осталось вот ГГшки тут обратить. Просто чтобы они не влияли на моих соперников. Им бонусы никакие не шли. Флоренция, правда, будет влиять на Вавилон тихонечко. Трюфеля за шелк. Так, что у меня города хотят? Серебро, золото. Библиотека. Ну, маяк. Я не думаю, что здесь имеет смысл, а вот Stone... О, кстати, город стоит на этом. Давайте Stoneworks. А потом рынок в очередь. Так, в Карфагене тут ставим. И надо быстрее принимать 4 хода. Так, еда. Производство. И давайте, наверное, уже Голиасы в очередь. Даже без бараков.
В Утике Колизей сделан. Рынок. И тоже Голиасы в очередь. Пойдем в Вавилон дальше исследовать. Так, здесь станем за корейцем следить. Блин, ну что тут, надо вот эти клетки, конечно. Сколько вообще там стоит, я уже забыл, апгрейд во фрегаты. Карфаген, а ты на ап копишь деньги? Да. Во фрегаты или в арбалет? Во фрегаты. Значит, в арбалеты. Будем. Честность — лучшая политика, видите? Так, Кайзил обращаем. Жалко, что никакие ГГшки не хотят. Моей религии. О, Козел хочет Эфиопию. А Ифи хочет тоже Эфиопию. Давайте обменяемся с Эфиопией. Хочешь узнать, нет у меня города на воде? Нет, ГГшка просит. А города на воде у тебя есть? Фёпа, у тебя какой повторный ресурс? Вино. Я, пожалуй, куплю всё-таки. Производства маловато в этом городе. Так, ну что, попробуем. Блин, тут какой-то варвар. Скорее всего. А может ГГшка, кстати, юнит. А чего там? Тоже может быть. Ты меняешь. У меня вон последний вино так, осталось. Он во Флоренцию бегал. Давайте. И получается, нужно. А мне зачем это? Еще и посольство. Я знаю, Карфаген где. Карфаген из Утики бегал, да? Давайте из Гиппорегиуса отправим. Два хода до кучи производства. А Софию кориц, мрамор, сахар. Блин. Ну тут красная, неужели кто тут может стоять? Другом для Ифи стал. Так, можно мечеть купить. Блин, тут я не хочу клетку покупать. Ладно, вернусь пока сюда куда-нибудь. И обратим к Катманду. Это в столицу. Так, ну следующим ходом надо начать универы строить. Конечно. Голиасы — это все хорошо, но без универов мы будем фрегаты открывать
хрен знает сколько времени. Ей, морская инфраструктура. Во всех городах плюс 3 производства. Блин. Классно. Ну, видел же, да, видел, что варвар. Блин, мне надо каких-то все-таки юнитов отправить разбираться с этим лагерем. Так, универ давайте. Блин, и сад нужен на самом деле. И здесь универ. Кстати, здесь тоже конюшня очень хорошо зайдет. Давайте конюшню сначала. Раз, два, три. На три клетки конюшня будет. Захватил меня рабочего. Сволочь, варвар. Ну, ты же сам виноват. Кто в арбалеты вышел? Возможно, я, но это не точно. Швед от границы медколучников своих отодвинул. У него вроде денежек особо нету. Ты бы лучше боялся Вавилона, а не меня, Швед. Ну ты убери своих отсюда, я своих уберу. Единственная моя граница, где они должны стоять? В смысле единственная? У меня нет границы с Вавилона, чтобы увести там стоять. А с кем у тебя еще есть граница? Просто так живенько забрал ГГшку и раз, около моей границы. Дело я твое, пошел. Конечно. Вавилонянин, мы с тобой продляем? Можно продлить, да. Кореец, а может мы с тобой мир какой-то заключим? Там, типа, на 20 ходов. Ну, давай. Напиши, пожалуйста, в чате, как это тут принято. Все религии основаны, я смотрю, неплохо. Ну, хотя, опять же, я, ну, блин, ну, Корея вот идти на меня нападать, тем более, что я заранее это увижу. Не знаю. С другой стороны, всякое может быть. Просто плюсик поставь, если соглашаешься. Так ты напиши, с кем, Вовка, зачем ты 112 плюс пишешь? В смысле? Ну, пока постою. Мне нечего рабочими уже обрабатывать.
все, все, что хотел, обратил. Так, Карфагене. Надо спецов сажать в универ. Нет, пока надо на производство все-таки не. Ну, то есть, чтобы сад быстрее сделался. Блин, не. 2, 3, да? 2, 3. 2, 3, да, ё-моё. О, 2, 2. Вот так оставим. Там никто ни с кем не воюет. Жаль. Вроде как нет. Хочешь первым стать? Нет, мне просто интересно, куда армия у Вавилона делась. В смысле, она просто не росла охота, наверное, с 40-го. Ну там было где-то 25, по-моему, 26. Юнитов стукают иногда. Да где это уже стукают-то? Так, вот получение великого торговца не самое лучшее вообще-то. Ну, давайте, я думаю, что в Брюссель или во Флоренцию. Во Флоренцию, слушайте, тут как раз серебро есть. Эдвард Харриман. Так, здесь у нас универ. Да, астрономии 2 хода. Ну, ты даже укрепление строишь, но ты меня боишь. Это кто кому говорит? Ты, я о Швеции говорю, о Эфиопии. Я просто тоже укрепление построил. Ну, типа, я понимаю, конечно, типа, укрепление — это вещь хорошая, но когда у вас соединяет одна клетка. Так, через 2 хода я смогу плавать. Просто, ну, чтоб наверняка, да? Да, чтоб наверняка. Чтобы я оставил здесь маленькую армию и все остальное перекинул опять в секунду обратно. Лёш. Да-да. Может, ты другого ГГшку хочешь купить все-таки? Нет. Мне вот так не нравится, что туда торговец идет. Чем тебе так в Флоренции приглянулось? Серебром. Мне нужно серебро. Если у тебя есть серебро, можешь мне его дать, я пойду другую ГГшку. Могу тебе в качестве утешительного приза хлопок предложить. Нет, мне нужно серебро, понимаешь? Понимаешь? Серебро. Серебра нету. Ну вот. Тут, конечно, есть еще у одной ГГшки серебро, но до нее очень далеко идти. Ау, поэтому никого. Не хочу я туда ходить. О! Кореец. Слушай, ну, блин, тут этот рабочий — это мой в лагере. Слышишь, кореец? Ну, понял. Давай я тебе все деньги отдам с лагеря, но его заберу сам. Окей, ладно. Давай тогда я выйду. Да, хорошо.
Писатель. Так, откладываем писателя. Кто Нотр построил? А, я что-то просмотрел. По-моему, Эфиоп, кстати. Может ли? О, шпиона. Точная партия для меня. А что, я уже... Почему это? А, кто-то... Потому что ты зажат между всеми. Ну как-то и не развитие особое. Не... Так, ну к- в к- корейцу надо шпиона. Столица вроде нормальная, молотков не особо. Сям. Сям. Семь ходов до фрегатов. А, блин, я забыл. Офигительная способность пятой цифры. Надо в своей территории побывать, только потом сможешь плавать. Так, кто-то отваливается? Лаги какие-то пошли. У меня все отлично работает вроде. Сиам, ты АФК? Ты тут? UTC. UST. Вот. Кореец великую мечеть Джене построил. Так, с Эфиопом торговали. Вижу арбалеты. Чьи? Секрет, не секрет. Что, куда не сунься, везде враги. Ну что такое? Сям, ты чё меня игноришь? Ты тут? Можем же наушников просто... Он, не, он просто мне трейд кинул только что, и... Но при этом... Напиши в чат ему. Напиши в чат. Ну, Корея, зачем тебе это? Может, без наушников? Блин, просто, ну да, хоть посмотреть, где ты находишься. Ну, мне это зачем? Давай деньги, не знаю. Не, деньги не нужны. Всем странно. Что ты сказал сейчас? Тебе деньги не нужны? Нет. Посидишь, он хочет, чтобы он посмотрел, где ты живешь, а ты ему еще за это заплатил. Но ему не надо, чтобы ты ему за это платил. Он так посмотрит. Кореец, а обстреляй, пожалуйста, лагерь. Спасибо. Так, может мне вернуть Брюсселю? Уже, то есть мне не так нужно сейчас уже много этих рабочих. И Брюссель надолго станет моим союзником.
А вот тут уже пойдем сюда под защитой. Значит, другой попробует позвать Сиам. Может быть, он ответит? Вот давай, Сиам. Ну зачем тебе это посольство? Ну, просто я тебя не нашел. Как всегда. Вместе. А это Шрипада? Ну это был Крокотау. Шрипада вообще без вариантов такая. Маяк, нужен ли тут маяк? Я думаю, что нет. Окей, я всегда могу пойти к Вавилону. Без проблем. ГГшки просят, дай глянуть одним глазком. Меня ГГшки вот не просят, не могу узнавать. Ну, будь альтруистом. Ей. Еще и сахар добавил? А тут сахар? Так, это война за Флоренцию, да, я, насколько я вижу? Почему война за Флоренцию? По-моему, чуть ли не каждый ход меняет. По-моему, там первый раз за очень много ходов. Она у меня сначала игры все. Мне не жалко, если кто-то ее сейчас перекупит, потому что мне нужен был серебро, я ее получил. Боже, я стольких стал союзником сразу. Да. Так, он что-то поплыл отсюда. Домой. Можно тут стоять. Для апгрейда. Сколько мне надо? Ну, никого хлопка нет. Наверное. У меня есть. Наверное, штук 8. Чем это надо? Тут 3, 4, 5, 6. 7 строится, и тут 8. Давайте чё? Вот. 8 фрегатов должно быть выше крыши, по идее. Давайте здесь, наверное, рабочую лодку. И здесь рабочую лодку. А ты боялся, мы так далеко находимся. Так, а гадость. Да нет, я просто с другим причем. Купим мечеть. Думал, так, я рядом. Все, мечети везде купим. Нет, я знал, что это далеко. Ну, вообще. Я, конечно, вот всю территорию не вижу, но, по-моему, действительно, Алексей самая вольготная. В плане места и территории. Ну, сука, та и есть. Тремя обстреливается. Я еще с Сиамом не побегал совершенно. Карфаген стал армию строить. Так он и без гор вышел. Ну, как называется тихо, сейчас скажу. В астрономию он вышел. Я об этом хотел Сиаму сказать, но он что-то меня игнорирует. Ну, ты знаешь, как приятно подумать, что ты на другом конце света. И можно замутиться? И можно не обращать внимания на то, что кто-то там делает армию. Хотя, с стратегической точки зрения, меня это тоже касается. Ты тоже морской? Нет, ну, если он кого-то захватит без напряжения, то для меня это плохо же.
Ну да. А кто у нас морской? У нас только Сиам, по-моему, морской. Сиам еще будет весело. Мне уже, так сказать, чувствую. Регаты. Да? Я, по-моему, да, вот он только Сиам морской и все. Ну да, там Голиасик присутствует. А у тебя вообще какой-то контакт сухопутный, Фёб, есть с Укатаем? С чем? Со столицей Сиама. Сухопутный есть. Ну просто, если его, допустим, кто-то заберет, то ты сможешь с этим что-то сделать с суши? Сможешь забрать. Вообще навряд ли. Мы далековато друг от друга. А, они очень далеко, мне почему-то кажется, там еще между ними горы, как между всеми. Есть проход для клетки. Сема, ты вообще сам готовишься, если что? Ну, я арбалет и стены строю тут, блядь, по мере возможности. Почему ты мне не отвечал? Ну, потому что я не мог на вот посидеть последние минуты. Пять общался. О, я же говорю, скажу, без наушников он и был. Нас ожидает увлекательная война арбалеты против голиасов. Против фрегатов, скорее, наверное, с чем дождь, там астрономия без гор. Ну, фрегатов. Делаем ставки. Так, а чего у нас? Слышите, какая астрономия без гор? Ты мой один город, что ли, видишь? У меня только Карфаген не под горой стоит. Да. Ну, у тебя и Гиппон не под горой стоит. У него еще два города. Не, я знаю, так я через город... Ну, они маленькие относительно. Ну, я бы не сказал, что там Утика прям такая... Ну, там 6 и 12. Ну, типа... Стал бы человек бежать в астрономию. Ну да, да, он не для того устроен. Ну, это мое предположение, конечно, но... А, еще и отсюда обстреливается, вообще. Не, ну просто, опять же, в плане предположений, кто ему что может сделать на суше. Он далеко. Границ ни с кем нету. Рядом. Ну, Корея может. Ну, с Кореей есть относительно. Ну, тут местность, конечно, такая не самая приятная. Нет, с Кореей там еще расстояние очень много. Между городами. Слушайте, а зачем? Я не понимаю, почему там соседу Сиама, например, тоже не напасть на него? Зачем мешать, если можно получить профит? Далеко. Что далеко? Эфиопия далеко от Сиама? А как он будет удерживать город, если он себе какой-то морской захватит? Так у него ж, наверное, наземные есть.
наземные там только около меня есть. Боевые морские слоны. Да, ну промка сбывается, конечно, это жестко. Подлагивать стало, мне кажется. Так, следующим ходом апаемся во фрегаты. Меня просто город просит. Спасибо. А в Вайлона граница с Карфагеном тоже нет, да? Ну, тут такая есть полянка, но она не слишком удобная. А он уже выплыл? Ух ты, нет, там еще навигация. Навигация открыта, кстати. Вот она, на этот ход открылся, не на прошлый. Боже, какая паника по всей карте. Он уже выплыл. Он уже выплыл. Следим за ним. Блин, может тут купить клетки, но они, наверное, дорого будут стоить, да? Идем просто обрабатывать. Блин, здесь эти варвары. Так, давайте дуболома переведем в Карфаген. И эту сюда переправим. Чем на моей границе стоишь, Корея? Мы с тобой даже не контактируем же никак. Я про твоего скаута-лучника. А, сейчас иду. Стратегический баланс на железо распространяется? Да. Фиговый стратегический баланс, значит. У тебя город на железе, если это швед говорит. Ну, все равно. У меня есть железо, но я не удовлетворен балансом, да? Да. У него одна лычка всего, действительно. Мне кажется, мне его передали эти. Копии. Ну что, поплыли. Может, с Флоренции дань снять? А ты еще в чем там занят? Готовлюсь помогать. Снять, спросить кому? Ну вообще... Тебе. Или Лёше. 45. У меня культура... Культура тоже классная. Нет, посмотрим, как дела пойдут. Если ты очень будешь...
Если ты не сможешь даже там 10 ходов продержаться, то о чем говорить? Не, ну вот КВМ. Ты глясиков-то хоть клипанул? Ну, сейчас парочку притяну. У тебя город такой? Ну хотя, блин, сколько клеток обстрелял? Нормально. 5 штук. Надо больше было глубже ставить, да? На пшеницу надо было ставить, короче. Ну да, я на пшеницу даже не стал. 5-4, блядь. Начало игры. Всегда надеюсь. Они уже бегают, там кораблики эти, я видел. Лёша, выплывай. Ты раскрыт. Вас заметили. Всем уйти с узыка. Я просто видел там буквально на один кадр. Пролетел. Корабль. Слушай, может ты не в том месте готовишься? Посмотри на лампанг. Ну, может быть. Может быть. Ну, а там я его тем более не задефаю в этих лугах, типа, что с него воевать. Ну давай просто мне передай тогда его. Чтобы я юниты не прокачивал на нем. А, кстати, получается, Сиаму не везет, да, и с суши, и с моря. Кто первый ударит? Нет, там просто я и на западный, и на восточный берег, а у меня, короче, с севера лед, а он как раз может и на западный, и на север приплыть. Ой, и на запад, и на восток. А там проход есть, да, сверху? Сверху нету, там клетка льда. Он просто, получается, посередине ему одинаково плыть, что он, да, сука, тая, что до лампанга. Только лампанг ему ничего не даст, типа, особо. Хорошо, что я не стал ставиться на воду. Ну, а может, и плохо. Сейчас помог мне. Вавилон халявит с армией, да? Да, расхалявился. Сейчас ко мне приплывешь? Да. Он всех пугает. Я сейчас ко всем приплыву. Я не удивлюсь. Всех напрягает. Агрессор. Good morning. Не, ну игра застоялась, правда говоря. Сейчас. Интересное. Ну там это, вон, фрегатики поплыли. Я на три рюмки плаваю, смотрю тут. 4 фрегатика плывут. Сейчас-то разойдется, да? Игра. Начнем удовольствие сейчас получать истинное. Надо как-то вот отсюда скорее нападать, да? 27 защиты сукота, это пока мало. Но если он говорит, что он стены строит, конечно. Ты не сдержал обещание, кореец, до сих пор. Я про разведчика твоего. Там под Новый год там ходит, холмы, горы. Товарищ Лёп, тяжелая обстановка, я предлагаю... Пожалуйста, примите, пожалуйста. Что, пожалуйста, я не знаю. Товарищ Лёп, примите, пожалуйста. Зачем? Примите, пожалуйста, блядь, потом вопросы будете задавать. Интересные предложения. Посольство, блядь. Ладно, так и быть. Это, товарищ швед, я предлагаю взаимное отведение войск от границы в тяжелые времена, знаете ли. На этом пока все. Продолжение партии за Карфаген в Sid Meier's Civilization 5 для подписчиков запланировано на завтра, ну а спонсоры могут уже прямо сейчас посмотреть во вкладке сообщества. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео.
пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!